Сегодня город Николаев. Да? То есть мы на самом деле Николаев к вам приехали прямо с выставки Коммутех 2019. Все связано с коммунами, опять так всегда. Нет, с коммунальным хозяйством. Здесь все проще и прагматично. У нас есть публичное хозяйство, а коммунального у нас. Мы привезли несколько образцов коммунальных. Мы привезли два мусоровоза. Да? Да. Мусоровоз, который мы здесь вам показываем, это мусоровоз. Уникальное решение на украинском рынке. Решение мусоровоз с мойкой контейнера. Контейнеры должны быть обслужены, помыты один раз в месяц. В общем-то, один-два раза в месяц. Это идеально. Вот мы покажем вам, как это работает. Покажите. Да, вместо того, чтобы рассказывать, мы просто покажем. Давай. То есть смысл следующий. Слушай, давай, заводи машину. То есть для того, чтобы в обычных условиях... Сейчас, одну секунду. Да. Вначале вы сейчас коротко пройдите нам, пожалуйста, по каждой единице техники и расскажите, что вы здесь привезли. Хорошо. Потом отдельно на каждую остановку. Договорились. Значит, это мусоровоз с мойкой контейнеров. Там мы покажем, как... Производство. Производство Ford Гидромаг. Мусоровоз стандартный, 20-кубовый, на шасси 6x2. Без мойки контейнеров. Без мойки. Это стандартный мусоровоз. Да? То есть 20 кубов, тоже производство Ford Гидромаг. Также мы привезли элементы системы для подземных контейнеров. Сам контейнер не привезли, достаточно емкая штука, она устанавливается под землю. Но здесь есть объяснение, как эта система работает. Мы знаем, что Николаев двигается в этом направлении. Есть как бы какие-то уже даже решения. Наше решение сегодня одно из самых технологичных, мы тоже на него расскажем. Вот это часть вашего подземного контейнера? Да, это часть нашего подземного контейнера, более детально я расскажу чуть позднее. Ну и мы привезли как бы автобус, пылесос, вот это что такое? Пылесос, да? Да. То есть как бы эта машина комбинированная. Так. Это только одна часть машины, это пылесос на шасси МАЗ. Для этой машины прилагается еще вторая часть, это машина для зимнего обслуживания дорог. Так. То есть солеразбрасыватель с отвалом. То есть летом это работает как пылесос, зимой да. Это работает как машина дорожная комбинированная для уборки улиц. Хорошо, скажите мне, здесь есть возможность присоединения такой гофротрубы, которую можно двумя так, руками подносить и убирать контейнера? В смысле не контейнера, а урны. Вот там сзади. Вот сзади, видите, вот эта труба. Это ручной пылесос. Ручной пылесос. Да, давайте, давайте. Не стоим. Хорошо, значит здесь мы обсудим. Да? Хорошо. И вот эта техника. Это автобус, да, то, что мы сегодня предлагаем на Украине, я также знаю там стандартных моделей. Я знаю, что Николаев сегодня принимает решение. Все, здесь вам стоит остановиться, здесь я дам. Да. Значит, сегодня мы получили уже разрешение депутатского корпуса, первое, на создание предприятия Николаев Пастранс. На ближайшую сессию будет вынесено решение по разрешению оформления договора лизинга и поручение личности, которая будет заключать этот договор. Мы планируем приобрести, вот сегодня рассматриваем, в зависимости от первого платежа и там лизинговых платежей, от 20 до 23 автобусов, которые сегодня у вас находятся на территории Украины. Так. Значит, вот вы сможете посмотреть такие автобусы, вот точно такие же автобусы. Данный автобус, кроме того, он предусмотрен с кондиционером. Данный автобус нам предлагается к тому, чтобы мы их купили, и вот мы собираемся приобретать именно вот эту модель, можно общупать, обнюхать и понять, что вот именно такие автобусы мы предлагаем. Если все будет нормально и все будет в рамках действующего законодательства, я думаю, что может быть даже до Нового года мы все сделки эти оформим, после Нового года сможем эти автобусы поставить в город Николаев. Так как они уже сегодня находятся на территории Украины. Да? Да. Ну что, давайте начнем с чего? Вот здесь с чего мойки, хотите нам? С мойки контейнеров. С коммунальной техники. Давай. Да.